Շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում տարբեր մարդկանց հետ քննարկել ենք մասնագետների հետ, փորձագետների հետ Պուտինյան Բաքու այցի պատճառները։ Ես կարծում եմ եկել է ժամանակը քննարկել այդ պատճառները եւ այդ այցի բնությունը եւ էությունը նաեւ ադրբեջանցու հետ։ Մենք ունենք հյուր, որը մեզ միացել է տեսակապով Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքից։ Դա ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդի լրագրող քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովն է։ Добрый день, Рауф. У меня очень простой и короткий вопрос. Зачем Путин приезжал в Азербайджан? Ну, вот ты задаешь короткие вопросы, но эти короткие вопросы, как правило, требуют очень длинные ответы. Я думаю, что несколько причин. Несколько причин. Первая причина, как мне кажется, долгое время в качестве посредника в переговорах в Азербайджане, посредника и гаранта, значит, достигнутой договоренности был Эрдоган. Эрдоган встречался, договаривался, потом эти договоренности выполнялись. Он выступал в качестве как посредника в переговорах между Баку и Москвой и одновременно гаранта выполнения всех этих соглашений. Но после президентских выборов, особенно после муниципальных выборов, ситуация резко изменилась. Эрдоган стал не очень надежным, скажем, посредником и гарантом. Появились противоречия взаимоотношений между Москвой и Кремлем. Как вы знаете, между Анкарой и Москвой. Между Анкарой и Москвой. Если вы помните, что практически сразу президентских выборов, парламентских выборов в Турции, было договорено со встречей Путина и Эрдогана в Стамбуле, в Анкаре, в Турции, в общем. Но это иногда даже назывались точные даты, но эти даты откладывались, а сейчас вообще неизвестно, когда эта встреча состоится. Произошло очень много вещей. Во-первых, зависимость Турции от Запада увеличилась. Турции нужны очень большие инвестиции, помощь и так далее. Финансовая помощь, прежде всего, справиться с этим экономическим кризисом. Во-вторых, заинтересованность Турции в России становится все меньше. Сразу после начала, как вам известно, украинской авантюры Путина, Турция, Грузия, в том числе, кстати, Армения, тоже использовали Россию для обхода санкций. Турция играла в этом немаловажную роль, но вторичные санкции, применяемые Западом, сделали крайне токсичными подобные операции, и эта зависимость тоже, скажем, увеличение внешнеторгового оборота за счет поддержки России в обходе санкций и так далее, в обходе санкций снизилось. И есть многие другие противоречия, которые отодвигают, если не полностью исключают возможность сотрудничества между Анкарой и Москвой, Москвой, по крайней мере, делают их проблематичными. Наконец, третьих, это ситуация в Южном Кавказе. Как вам известно, Турция очень заинтересована полномасштабным и, скажем, объемном функционировании серединного коридора, который будет проходить через Южный Кавказ и будет входить в том или ином варианте, в сухопутном или морском варианте, на территории Грузии, на территории Турции. Это требует мира в регионе, увеличения турецкого влияния в регионе, в чем не заинтересована Москва. То есть использование
качестве посредника и как бы гаранта, безусловно, более надежного гаранта, серьезного гаранта Эрдогана, стало для России не очень эффективно. Я думаю, что первая причина заключается в том, что он, Путин приехал лично как бы продемонстрировать себя, что он существует, он здесь. Не только через Эрдогана или же через Турцию работает. Это первая причина, вот того, то, что я сказал. Вторая причина заключается все же в мирном процессе. Я уже сказал, что Путин не заинтересован в этом мирном процессе, продвижении этого мирного процесса не в двухстороннем варианте, не, допустим, иных площадках. Поэтому, как бы, а в последнее время вокруг мирного процесса происходят интересные события. Как мне кажется, существует понимание того, что, может быть, мирный договор в ближайшее время, по крайней мере, невозможно будет подписать. Все время еще я не имею мирный договор, поэтому стороны пытаются, и я думаю, что западные партнеры продвигают идеи раздробление вот этого мирного процесса на части и решение конкретных проблем, допустим, коммуникационных проблем. Там сказали, что некоторые немножко даже скептически восприняли информацию о том, что, допустим, коммуникационный вопрос был выведен из, скажем, самого мирного договора, обсуждений в процессе мирного договора, но на самом деле это даже позитивный момент, потому что решать вопрос открытия коммуникации, их функционирования, правил функционирования и так далее, в мирном договоре вообще невозможно. Там может быть только один пункт о том, что стороны решили там открыть все эти коммуникации и так далее. Но на самом деле открытие коммуникации – это предмет отдельного договора, соглашения. Может быть, даже несколько соглашений, потому что там очень много вопросов необходимо решать и так далее. Таможенный вопрос, там, пограничный контроль и так далее. Инвестиционные вопросы и так далее для открытия этих коммуникаций требуют достаточно немалых инвестиций. То есть, мне кажется, Москва пытается каким-то образом затормозить этот мирный процесс, любым способом, в принципе, притормозить. Самое интересное, что они вспомнили про 9 ноября, вот это заявление, в зависимости от часового пояса, да, кто попадает в 10-е, то 9-е, кто как, который практически перестал существовать, потому что ситуация вообще изменилась, поэтому вспоминание не случайно. Лавров напомнил, что это комплексные какие-то соглашения и так далее. Комплекса самого нет, как могут быть работать комплексные соглашения. Потому что уже и нет миротворцев, и нет разделительной линии и так далее. Вся территория под контролем Азербайджана. Он пытается как бы вернуться и так далее. И, наконец, вот это, я уже опять затронул этот вопрос коридоров. Коридоров, это его беспокоит. Он пытается как-то взять под контроль регион, чтобы контролировать вот этот узел, которым будет пересекаться север, юг, восток, запад. В каком бы варианте это ни было, он пытается это контролировать разными вариантами. Вы сами видите, что происходит в Грузии. В Азербайджане намного, с одной стороны, проще с Азербайджаном, с другой стороны, труднее. Армению постоянно держат под
скажем, перманентной угрозой какой-то внутриполитической дестабилизации и переворота. То есть он пытается на фоне не очень, скажем, благоприятной ситуации, тем более, что в Украине, как бы показать, кто на Южном Кавказе хозяин. Если мы будем судить... Есть некоторые еще мелкие нюансы, но я не думаю, что это очень важно. Да, пожалуйста. Если судить по заявлению, итоговому совместному заявлению Алиева и Путина, каких-то прорывных решений, каких-то прорывных вопросов, достижений в ходе этого визита зафиксировано не было. Если судить по заявлению, на твой взгляд, были какие-то концептуальные решения новые? Не думаю, что полностью согласен, что никаких прорывных соглашений или договоренностей нет. Если мы прочтем внимательное заявление, да, если раньше официально Баку даже говорил, что необходимо все эти вопросы решать в рамках вот этих, в том числе открытых коммуникаций, в рамках, допустим, тех соглашений, которые существовали вот в трехстороннем формате, там просто отмечается важность этих соглашений, не более того. То есть никаких особо прорывных соглашений нет. Азербайджан обратился в БРИКС. Что из БРИКС из себя представляет? Я думаю, что в Армении и вы не хуже меня представляете, знаете. То есть это аморфная организация и вообще не очень, скажем, ясным будущим, с учетом того, что, скажем, ведущей силой БРИКС в данный момент является Китай. Китай, даже экономически сегодня ситуация Китая желает быть намного лучше. Скорости увеличения экономики, развития экономики резко замедлились до того, что китайское руководство начало закрывать данные о прямых иностранных инвестициях, чтобы скрыть удручающее положение. Тогда возникает закономерный вопрос. Зачем Азербайджану членство в БРИКС? Как? Я не слышал. Закономерный вопрос в этом свете. Зачем Азербайджану нужно членство в БРИКС? Я думаю, что это больше популистические действия, адресованные на внутреннюю аудиторию и, как бы, извините, пожалуйста, очередная демонстрация того, что Азербайджан не пойдет на Запад. Азербайджан не пойдет... Ну, Илхам Алиев откровенно говорит, что наше будущее с Востоком, в общем, мы в Европу не стремимся и не стремились, но, наверное, ему с проблемой встретить Европу нет. Он его близким, его олигархам и так далее, они в любой момент могут в Европе оказаться, а вот простому народу, я думаю, что это не совсем так однозначно. Азербайджан не пойдет на Запад, Азербайджан обращается с просьбой о членстве лицом в аморфный БРИКС. Азербайджан фактически отказывается от посредничества Эрдогана в отношениях с Россией. У Азербайджана, насколько я понимаю, я могу ошибаться, поправь, если это не так, есть какие-то проблемы в отношениях с Турцией. Азербайджан принимает у себя изгоя в лице Владимира Путина, который приехал, образно говоря, в Баку из Пхеньяна, из Северной Кореи. Насколько все это соответствует интересам Азербайджана самого и азербайджанского народа, и насколько все это соответствует лично интересам Ильхама Алиева? Начну с того, что с Турцией, да, скорее всего, это более интересный вопрос. Все остальное в Вилкове на воде написано. Речь, мне кажется, идет о конкретно тактических разногласиях
Дело в том, что несмотря на ту эмоциональность и так далее, так внешняя эмоциональность, Ильхам Алиев очень осторожный политик. То есть он или действенника, или вообще не действует и практически пытается сохранить как бы некий баланс. Баланс, чтобы любой момент мог переметнуться в любую сторону. А Эрдогану нужна помощь сегодня, сейчас. То есть он торопит события. В принципе, по моему мнению, не торопит, но в принципе так получилось, что с точки зрения интересов Ильхама Алиева, он пытается ускорить вопросы, по крайней мере, экономическая интеграция, региональная экономическая интеграция, частично, скажем, некой определение некого политического, геоэкономически-политического вектора и так далее. А во многом это в данный момент противоречит интересам России. Ильхаму Алиеву не хочется делить Россию. Он пытается сохранить существующий статус-кво, по крайней мере, до прояснения ситуации. Кто в этой драче, как сказал Лукашенко, окажется сильным? Сильным, есть такой фильм, может быть, ты даже смотрел, «Шабалалам», да. Азербайджанский фильм. Да. Смотрел? Конечно. Это очень советский такой популярный фильм, такой комедия. Там Аршабалши, то есть это, уличный продавец, да, можно сказать, там один бег переоделся, чтобы встретиться со своей любимой этого уличного продавца. И когда он идет в улицу, две таких, да, скажем так, с непонятным словом, у нас говорили тогда лото, то есть крутых ребят, его остановят, один говорит «пой», а он поет, а другой говорит «не пой». И этот бедный не знает, что делать. Один лото говорит, что такое. Вот примерно в этой ситуации оказались в принципе не только, допустим, не только Ильхам Алиев, но практически все вот такие... вот в Америке есть как называются эти штаты? Колебающиеся, да, штаты? Колеблющиеся. Колебающиеся штаты, да, постсоветского пространства, да, которые четко не определились со своим будущим, оказались в таком, да, геополитическом вакууме, ну что, вакууме, пустоте, я не знаю, да, неопределенности. Вот он пытается подождать, как все прояснится. Это вообще вот о разногласиях, в том числе о его позиции, что я вот с Востоком и так далее, и так далее. С Востоком понятно, что ему очень удобно, там никто от него не требует, никто от него не требует демократии, соблюдения прав человека и так далее, и так далее. То есть его обращение к Востоку, даже вот если это реализовать, вряд ли даже полноценно возможно с одной стороны, вряд ли в этом заинтересована даже Россия, потому что Россия по большому счету считает, что она имеет монопольное право от имени всего постсоветского пространства вести внешнюю политику. То есть внешнюю политику, внешнеэкономическую и так далее определять. То есть в данной ситуации очень много неопределенностей. Да, я хотел бы, чтобы Азербайджан четко как бы определился со своим внешнеполитическим и экономическим вектором. Но сегодняшнее его заявление малого что значит в среднесрочной перспективе. То, что это невыгодно, по моему мнению, то, что он делает, невыгодно. Много чего он делает, невыгодно Азербайджану. То есть, на самом деле, ты считаешь, что Алиев ждет итога
итогов американских выборов, которые будут в ноябре, и пока что он взял такую паузу, и вот эта встреча с Путиным на самом деле это была, носила больше декларативный характер. Он не только этого центра, безусловно, итоги американских выборов ждут многие. Я думаю, что ждут и в Грузии, ждут и в Азербайджане. Это как бы краткосрочная перспектива для них, как бы даст некие ориентиры на среднесрочную перспективу. Но по большому счету они многие ждут от того, что, в том числе Ильхам Алиев, чем эта драчка закончится между, скажем, коллективным Западом и Россией. Большое спасибо, Рауф, за твое мнение, за твое интервью. И тебе спасибо за то, что пригласил меня на передачу. До свидания. Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով Շվեցարիայի Ցյուրիխ քաղաքից, ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդի լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Մյուրկադիրովը. Ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը, կհանդիպենք.